Мгир Чалян приехал из Новороссийска. Одержал победу в одном из поединков. Говорит, что бой был честным, хоть и тяжелым. Не все сделал, но так получилось, как получилось. Надо тренироваться. На ринге зрителям представили 2 титульных и 7 рейтинговых поединков. В мае планируют провести бои в Ростове, а летом, возможно, снова в городе-курорте. Я думаю, что для зрителя, для Анапы, бои действительно зрелищные. Я по реакции людей смотрю, что им нравится. Вот. Для спортсменов, которые выступают на этом мероприятии, но это следующий шаг к большому рингу, мировому рингу.